Друзья, добрый день. Меня зовут Лосинок Евгений, я директор сети Viking Touristic. Сейчас мы с вами находимся на полуострове Ситония. Мы будем смотреть с вами, отель Лагомандра, отель СПА. Он находится между поселком, сейчас вам скажу, Трипотомас и Эле Никитис. Ресепшн отеля. Здесь проходит дорога. Море у нас через дорогу, надо спускаться вниз. Вот она, видимо, вся территория. Расписание автобусов. Мы с вами где-то вот здесь вот находимся. Видите? Есть компьютеры. Можно воспользоваться. Это платно, конечно. Вот они, корпуса. Тоже здесь он на горе. Территория компактная. Вот он у нас ресепшн. И мы с вами поднимаемся. И нам надо подняться на самый верх. Вид открывается красивый. А это 129 мезонет. Чик. Ванная комната. Фен. Очень интересная раковина. Здесь душ. И есть тропический. Покрытие плитка, большая кровать на первом этаже. Есть лестница, мезонет же все-таки на второй этаж. Чайный уголок, плазменный телевизор. Господа, пожалуйста, вам. Опа, балкон. Балкон среднего размера, сушилка, 4 стульчика и стол. Вид на территорию. И видим на море. Все красиво, все хорошо. Сейчас посмотрим второй этаж. Еще раз закрепим. Кондиционер мы видим здесь. У нас индивидуальный. Топ в топ. Что у нас тут? Здесь аккуратно, смотрите, не ударьтесь головой, потому что потолок низко. Две кровати раздельные. Еще вот такая закуточек есть, там окно. И у них здесь свой санузел. Здесь есть раковина, туалет, унитаз и душевая кабинка своя. Ну, здесь нету тропического душа. Здесь просто обычный душ. Покрытие плитка. Есть плазменный телевизор. И кондиционер индивидуальный. И вот такое окно есть. Можно смотреть на звезды. Конечно же, есть сейф. Есть холодильник. Вот, пожалуйста. Сейф большой. Возможно, даже 17-дюймовый ноутбук вам сюда залезет. Моя коллега ударилась головой все-таки, хотя я предупреждал, что там низкий потолок на втором этаже. Когда будете подниматься, будьте аккуратны. Первый раз, потому что заходишь и сразу тюк, больно. Это у нас номер 3 единицы Deluxe. Отель продан уже до июля. Раковина здесь такая же, как в соседнем номере. Фен у нас, телефон, унитаз, все есть. Душ тропический, все. Дальше идем. Холодильник, сейф, одна большая кровать в одной комнате, king size, судя по всему, мебель свежая, вся такая красивая, ух, люблю такую
плазменный телевизор, еще один диванчик. Судя по всему, он раскладывается. Центральный кондиционер здесь у нас не центральный, индивидуальный. Балкон. Ох, какая тут дырюща. О, господи, не выйдешь. Балкон среднего размера, сушилка, вид боковой на море и на территорию отеля. Вот, пожалуйста, вам отель. Давайте еще раз покрытие. Здесь плитка. Вот, смотрите. Что теперь? Мы с вами идем на территорию отеля, который находится ближе к морю, я так понимаю. У них есть вот такой вот мостик, мост через дорогу. Мы сейчас его перейдем и окажемся на территории другого отеля, который находится на первой береговой линии. Мост металлический, крепкий. Здесь можно спокойно ходить. Дорога, движение интенсивное. Сейчас не сезон, а машин ездит, в принципе, много. Поэтому это может быть проблемой, если вы хотите уединенности, тишины, то эти номера могут быть шумноватыми для вас. А вот эти уже номера, которые здесь будут находиться на территории второго отеля, Beach Hotel, по-моему, он называется, если не ошибаюсь. Такое же название у него, Lagomondra Beach Hotel. О, знаете, тут даже лифт есть. Круто. Вот он какой мост. Lagomondra Beach Hotel. Сейчас мы с вами перешли. Значит так, мы в корпусе уже Beach отеля, 621 Deluxe Family. Покрытие у нас плитка. Он такой же, очень похож, который мы только что с вами смотрели. Большая кровать, одна king size, диван стоит. Все чисто, аккуратно, плитка на полу красивая, кондиционеры индивидуальные, большой плазменный телевизор. Мне нравится. Есть чайный уголок, есть холодильник, конечно же, пустой. О, халаты. Два халата. Пожалуйста, вам все. Ванная комната. А, вот отличие. Здесь у нас уже две раковины. Фен. Идем дальше. И кабинка душевая с душем тропическим. Большой балкон. Очень большой. Ну, как не очень, но очень большой, короче, балкон. Четыре человека здесь спокойно сядут. Можно еще шезлонги поставить. Вот она у нас территория. Вот наш пляж. Видите, даже до пляжа со второй береговой линии близко. Я думаю, тут метров 400-500 через дорогу. Единственное, что там перепады высот. Может быть тяжеловато. Спускаемся вниз. Попадаем на территорию отеля уже самого. Сейчас посмотрим ближе бассейн. Сбегаем на пляж. Хороший отель. Мне он нравится. Я бы вам его рекомендовал рассмотреть более пристально. Здесь находится бар. Есть корпуса с видом на бассейн. Ground floor. Мы будем обедать в этом отеле. Поэтому сейчас мы с вами, тут есть мини-маркет небольшой. Я вам покажу, что здесь будет покушать. Такая одна таверна. Здесь проходит променад. Вот она кухня, на которой будут готовить. И давайте сходим с вами на пляж.
Здесь есть волейбольная площадка, небольшая детская зона. Душ, сосны. Красиво. Вот это класс. Песочек мелкий, есть такая мелкая-мелкая галька, как я люблю. Смотрите, там есть такой необорудованный пляж, где можно полежать спокойно. Вход здесь, я думаю, ну вот судя по виду, он сразу глубина начинается. То есть сразу заходишь, и тебе по пояс. Ну, очень красиво. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Есть одна маленькая просьба. Если у вас есть знакомые, друзья, которым может быть интересен наш канал, пожалуйста, попросите их подписаться на наш канал. Смотрите за новыми выпусками.